Один эсминец. Я вот лучше пойду нашего эсминца прикрою. Виктор, привет. Спасибо за высокую оценку нашего геймплея. Всегда иногда это почти как «да нет, наверное». Но я просто вот реально не понял. Я считаю, что авики все-таки в боях иногда. Не всегда. Иногда. О, кто-то, блядь, из соседей активизировался. По трубам или батареям стучит. Оливье, наверное, с другого подъезда вызывает. Мой стоматолог тетка. Отлично делает. Что сразу дядьки? Ну, я образно. Неважно. Вообще, как бы, у нас в городе есть одна женщина, она реально прекрасный стоматолог. При этом, на удивление, вот что удивительно, она до сих пор работает в государственной клинике. За, мягко говоря, не очень высокую зарплату, скорее всего. Но не уходит. Человек своего дела. Ну, видимо, понимает, что если она уйдет, работать вообще нехуй, некому будет. С детьми в основном работает. О, какой промах-то. Хороший ли он? Жалко, что мы его слабо попробивали. Да твою мать, я ж фугасы заряжал. О-о-о-о, ну ладно, попали-то хорошо, но фугасами-то кританули бы что-нибудь. Если честно, не знаю, нафига наш Персиваль упарывается в Холланда. Не его это враг. Пожарная тревога. Неполадки устранены. Не его, не его. Нормально так хипер поджег. Пожарная тревога. В общем, короче, проход в данное место не привел ни к чему хорошему, потому что мы не убили Холланда, мы не сильно покалечили Холланда, мы потеряли еще в ближайшее время Магами, и это хероватенько. Это херуватенько. А еще мне не нравится, что тут фланг щемят. Ну, вроде шим торпеда нормально так в Канзаса загнала. Наше дело теперь делать здесь грязь. Ну, грязь прошла. Бля, может, зря я на фугасы ушел. У нас минус еще одна восьмерка. Зря ушел на фугасы. Шим, это какой-то неперспективный. Ну, за это, конечно, спасибо, но толку от этого ни хрена никакого нет.
А, хилк случайно прожал. Еще в этого не попал. Ну, ёпрст. Посыпалась на меня длань небесной кривости. Сука! Ну, это пиздец. Сейчас, если неожиданно из моей команды кто-то не начнет тащить, то дело пахнет опиздюливанием. Тащит? Ну, немножко тащит, нормально. Нормально. Тише. Кто-то там выебнулся так сильно. Надо ББшные линкоры устранять. Угу, где-то он там нашел, как, блядь, прокинуть. Ой, да ни хрена не отлично сыграно. Идет вон стадо плотненько, чтоб торпеда от Холланда, если что, жрать веселее было. Персиваль, вот сейчас надо Холланда искать. В общем, мы сейчас Персиваля потеряем, и без Авика нам вообще будет очень тяжко. Он группу-то вообще какую-нибудь подымает. Нет, Персиваль вообще самолета не подымает. Моя вторая РЛС-ка просто идет в корму все это время, сует. Это Ришелье остров обнимает. Союзники, поддержите огнем по указанной цели. Заебись. Ну, авик потеряли. Конечно, можно сказать, это авик 8 уровня, этот авик не сильно там нам нужен и прочее, 5-10. Но у меня стадо, блин, нам нужен любой авик, нахрен. Просто любой, мертвый, не знаю, ну плавающий, но живой. Не попало ничего. Офигеть. Эти заговоренные меня будут подбешивать.
Республика, блядь, пиздец. Короче, последняя наша надежда, что мы затащим, это вот этот Шимакас. Вы видите, что делает наш Шимакас? Правильно, пытается затащить бой, блядь. А, трэш, конечно. И стадо идет бортами. Там вон Канзаса они только убили. Этот Канзас должен был сдохнуть еще хрен знает когда. Так, пожарка есть. Теперь сразу на другого. Пожарку не тушит, отлично. Отлично, отлично. Не тушишь? Не тушит. Не хочет поджигаться. Ну чё ж поделать? На сапырку пострелять ББшками, конечно, можно. Но, боюсь, результат будет печальный. Нам нужно выйти как-то республики в Бартину. И это будет замечательно. Потому что республика сама по себе слабая. Нам нужно просто оказаться на убойной дистанции и расхерачить ее. Вражеский линкор уничтожен. На убойной дистанции. Ну, вот поэтому ББшками стрелять-то не хотел. Вот именно поэтому. Что там у Ришелье? У Ришелье очень мало хп. Мы ее не убьем. Мы ее не убьем. Пожарная тревога. Неполадки устранены. Угаса дрочь. Тогда понятно, что Ришелье так быстро сдох. Пожарная тревога. Ну, раз фугаса дрочь, значит мы можем... Не, мы ее, кстати, убьем. Я к чему? Раз фугаса дрочь, значит мы можем сделать вот так вот. Вражеский линкор уничтожен. Наша команда получила преимущество. Ой, цитка прошла. Неожиданно, я бы сказал. Ну там рикошет и хер с ним. 911. Главное сейчас не дохнуть и будет поветка. Будет победка. Будет победка. Отсвечиваемся. Я что-то заметил, что у меня 4 фрага, и можно было бы кракена попытаться сделать. Мы, может, и попытаемся на этой риге, но это нужен прям 25 тысяч за залп. Будем надеяться, что он, может, подвернет. Но пока он идет вот так скорее под Гинденбургом, а время боя истекает. Время боя истекает. Истекает. Он просто полежать хоть.
Время боя истекает. Давайте последний. А, ну уже можно было не стрелять. Ой, нормально. Здрасте, с Новым годом. Не знаешь ли, выйдет корабль 40-торпедный. Он на тесте. На очень глубоком, видимо, тесте. Либо его вообще выход отложили. Но Китаками... Ча, короче, Илюха прорвется.